Друзья, виски. Виски. В макро. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну почему же я практически не употребляю спиртного? Может быть, я бы это все выпил. Всего 10 евриков. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Итак, друзья, продолжаем репортаж о покупках в макро. Что у нас в багажнике? Штативы, коробки разные. Я вам сейчас буду показывать, что мы купили 17 марта, заскочив в макро, в супермаркет. Что это? Это? Атун? Тунец. Тунец. Хорошее масло. 2 килограмма, кажется, что ли. Сливки. Сливки для кофе. Две. Оливки. Оливки, баночка. Один дохлый кролик. Видите, да? Куда его? Да? Ну, раз, два, три, четыре. Четыре мертвых курицы. Четыре, да. Упаковка целая мертвых куриц. Там Лариса уже положила еще свеклу, короче. Гущенка вареную. Мертвые курицы ложатся уже? Хорошо уходят мертвые курицы в багажник. Сосиски. Мороженые овощи, хамон. Хамон? Это? Бекон. Бекон. Упаковка молока. Мешок картошки. Яйца. Куриные, друзья. Куриные. О, мои любимые яблочки. Они вкусные тем, что они мягенькие и кисленькие. Очень. Морковка пошла. Бульон продается только в макро. С него варят всякую еду. Мы, у нас разные бульоны. Огурчики. Огурчики, это я захватил. Хотя они здесь фиговые, но некогда ездить. Ехать в русский магазин захватил. Пару банок кофе. Пароварку. Сгорела у нас пароварка. Вот она. Пароварочка. Положим ее к дохлым курицам. Целый огромный баллон. Гель для стирки геля белья. Для стирки белья. Мы иногда стираем белье. Очень редко. И нам нужен гель. Это я перечислил. Это перечислил. И целую большую коробку апельсин. Мы с него жмем сок и пьем. И все это удовольствие. Расскажите нам, где фактура. Сколько стоит? Ты ее куда уже убрала? 181 евро. 181 евро. Эта пароварка стоит 30 евро. Вот такие вот мои покупки. Просто заехали. Закупиться. Ехали мимо, заскочили в макро. Такие дела, друзья. Мои покупки. Адиос, амигос.